Тысячелетняя история применения людьми натурального природного камня свидетельствует о его высоких потребительских и эстетических свойствах, способных неплохо сохраняться в течение многих веков. Натуральный природный камень используется и по сей день в современном строительстве и дизайне. Различные полезные характеристики природного камня используются для разнообразных целей. Морозостойкость и долговечность камня для облицовки зданий, цоколя, лестниц и конструкции ландшафтного дизайна. Инертность и теплостойкость для строительства и отделки мангалов, барбекю, каминов, печей и печных труб. Влагостойкость для строительства и отделки искусственных водоемов, фонтанов, прудов. Износостойкость и естественный окрас для создания декоративных украшений, альпийских горок, дорожек, площадок. Богатые декоративные возможности, разнообразие цветовой гаммы и различные текстуры природного камня прекрасно подойдут для декора помещений и ландшафтного дизайна. Природный камень способен придать любому историческому зданию, сооружению свой собственный уникальный стиль и поможет создать благородный вид. Здания, облицованные краеугольным природным камнем, очень выгодно и дорого смотрятся на фоне других, простых строений, учитывая то, что многие используют строительные материалы далеко не природного происхождения. Использование природного натурального камня в интерьере придаст очарование дому, ведь камень замечательно сочетается с прочими стилями интерьера, выделяя и подчеркивая их. Профессионально выполненная облицовка фасада здания природным камнем поможет получить не только решение технической проблемы, но и приобрести хороший внешний вид. К тому же, дома, отделанные натуральным природным камнем, имеют более высокую прочность. Это, несомненно, значительно повысит стоимость недвижимости.